И волшебного утра, дорогие друзья! Вас приветствую! Понедельник, начало недели. И пусть эта неделя у нас будет заряженной, пусть она будет успешной, пусть у каждого из вас сбываются ваши мечты и цели. И говорят, как понедельник начнешь, так неделю проведешь, да? Поэтому давайте этот понедельник зарядим, прям вот зарядим полностью такой хорошей, доброй энергией, хорошо? И сейчас мы возьмем вдох энергии этого утра, да, с радостью и наполнимся гормонами счастья. Давайте вдох, набираем животик, задержали, 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 задержали. И выдох. И еще раз вдох. И делаем вдох и говорим, я благодарна этой вселенной. Про себя, да, воздух держим. Я благодарна этому миру. Мое тело наполняется энергией, счастьем, радостью. Моя жизнь прекрасна. Там, где я, всегда классно. Выдох. И еще раз вдох. Вдохнули. Благодарность этому небу, этому солнцу, у кого дождь, этому дождю, этой вселенной, с радостью, улыбочки обязательно. Выдох. Молодцы, ребята. И несколько слов. Давайте пока потянемся, встанем на носочки. И мы тянемся к вершине, и мы тянемся к успеху. И мы в росте, мы в потоке. А я несколько слов пока скажу, что такое йога смеха. Йога смеха – это не совсем про смех, это про прокачку нашего здоровья, всех систем, всех органов, лимфосистемы. Это запуск кислорода в нашу кровь. Это когда кровь идет по всем нашим венам к органам, и к сердцу, и к мозгу. Когда насыщает нас полностью кислородом, и наши легкие распахиваются и берут гораздо больше кислорода, чем при обычном смехе. Поэтому йога смех – это прежде всего тренировка, да. Когда у нас уходят лишние калории, когда у нас обозначается наша талия, это фейсбилдинг, потому что мы улыбаемся, мы прокачиваем наши мышцы лица, да, наверх прокачиваем, у нас подтягивается наш овал лица. Йога смеха – это различные игры техники, это звукотерапия, да, это смехотерапия. Тянемся. Мы включаем также нейрогимнастику. Это пальчиковая гимнастика, которая активизирует работу наших полушарий. Ну и включая много-много другое, потому что у нас уже получается целая творческая мастерская. И сегодня мы этим займемся. И потянулись, потянулись, потянулись. Спинка очень важна, друзья. Очень важно. Если вы будете ходить с сутулой спиной и шаркающей походкой, все, эффекта будет мало. Поэтому мы работаем над нашей спинкой. Тянемся, тянемся, тянемся. Хорошо. И давайте сейчас сорвем какой-то волшебный плод. И какой он интересный. И давайте его с вами порежем. И друг друга всех угостим. И кушаем, и смеемся, вбираем в себя силу радость. Молодцы, молодцы. А теперь наших два рога изобилия. Да. Давайте я... Сейчас нормально надо. Ну ладно. Берем наших два рога изобилия. И в один наливаем радугу счастья, а в другой все, что вы желаете. И приготовились радуга счастья. И здесь изобилие, процветание, радость. Да. И наклоняемся. И пьем. С одного рога пьем, а другой у нас как душ на голову.
О, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. И сейчас, друзья, со второго рога на нас, вот, да, вся вот эта вот такая, такой кисель хороший, да, добрый, полезный. И мы его вбиваем, вбиваем, вбиваем. Вот, от лба к серединке, да, хорошо, хорошо. Вот такой оздоровительный коктейль, молодильный крем, да. Вбиваем, вбиваем, хорошо, хорошо, хорошо. И говорим, наши волосы красивые, да, говорите, мои волосы густые, мои У волосы нас и шелковые, да, густые. мои волосы крепкие, сильные, красивые. И вот немножечко вот так вот прям в скальп, хорошо, хорошо, пошевелите, да, чтобы кровоснабжение лучше, чтобы кислород поступил, да, вот так, вот так. И немножко себя потянули, 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 потянули. Ох! Еще раз потянули, потянули к свету, к солнцу. Хорошо, молодцы. И давайте ушки растерли пальчиком. Вот везде прошлись по всем ушным изгибам, по всей раковине. Порастирали все точечки, да, потому что тут у нас все органы. Потянули себя за прищепочки. Да, поиграли на гармошке. Да, потянули сережки. Да. Вот так, вот так. Хорошо. И точечки сзади на шее вот тут помассировали. Такие есть впадинки. Да. И повыше. Ага, хорошо, хорошо. И наша личка, давайте наш крем вбиваем. Крем молодости, крем радости, крем красоты. Да, вот так снизу вверх, легко-легко пальчиками. Вот, от серединки в стороны. И вот так. Да, немножко такими, как щипковые движения. Да. И вот так пальчиками. Хорошо, наверх. А у нас улыбочки, не забываем. У нас улыбочки, потому что мы прокачиваем именно вот вверх все наши мышцы. И массажем мы помогаем, и улыбочки мы держим, да, чтобы наши щечки вверх поднимались, да. И вот так немножечко вальчик наш попростукивали. Да, хорошо. Молодцы. И вот так носик. Угу. Стороны и глазки. И глазки. И добавляем теперь смех. Не только улыбочка, а мы смеемся, да. И пальчиками, пальчиками, да, вот здесь простукиваем легко-легко подушечками. И нашу переносицу. И наверх тогда. И вот так пальчиками. Вот, долой морщины гнева, морщины скорби, чтобы ни у кого не было, да. И так вот хорошо поразгладили наше личико, да. Смотрели в зеркало. Доброе утро, красавица! Ух ты! Ой, красота, красота, красота. Красота! И делаем селфи, отправляем друзьям, да? Молодцы, молодцы, да. Ну и теперь немножечко давайте разомнем наш позвоночек хорошо в стороны. И ручки поднимаем потихоньку вверх и все время в стороны делаем, да. И продолжаем снимать, продолжаем снимать. Локоточки в стороны, в стороны.
И теперь вспоминаем. Одна рука вверх, другая снизу. И тянемся, тянемся, смехом помогаем, смех обезболивает. Тянемся, тянемся, тянемся. У кого получилось, поздоровали. И локоточки в стороны, в стороны. Подбородочек поднять. Да. Кто сколько может. Так, молодцы. Ручки в стороны. Поменяли. Другая рука сверху. И поехали, поехали, поехали. Локоточки в стороны. Да, и немножечко корпусом поработали. Да, можно вот так понаклоняться. Вот, чтобы у нас разные мышцы были задействованы, да. Хорошо, молодцы. Взяли стульчик, наклонились о спинку стула. И прокачиваем спинку, ножки ровные. И продолжаем смеяться. А спинка у нас вот здесь прогиб, как седло у лошадки. Ножки ровные. И еще, девочки, молодцы, молодцы, хорошо. Теперь развернули спинку. Вот спинка стула должна быть рядом с вами, да. И берем ручки в замок. Немножечко вот так размяли. И теперь ставим на спинку стула, а сами приседаем. Можно на табурет, можно на стол, что рядом с вами. Приседаем кто сколько может, а ручки у нас не опускаются, спинка не дает опустить. Вот. И наши плечевые суставы разрабатываем. Аккуратно, без фанатизма, без резких движений, мягенько, с улыбочкой, со смехом. Получается? И давайте так немножко поприседаем, потому что приседание очень важно, чтобы у нас крепкие были ножки и прессы. Приседаем, как на стульчик. Попку оттопыриваем. Раз, два. А ручки пусть также у нас держатся. Три, четыре. Мы сразу двух зайцев убиваем. И ножки мышц качаем. И наши суставы плечевые разрабатываем, чтобы они были гибкими, подвижными, здоровыми. Вот. Очень часто человеку, особенно кто в возрасте, тяжело подниматься, тяжело там вставать с дивана, идти по ступенькам. То есть наши мышцы, если мы их не укрепляем, не разрабатываем, они у нас перестают работать. Все, что мы не задействуем, ну, перестает работать. Поэтому мы прокачиваем и мышцы счастья, и мышцы радости, и наши физические мышцы. И обязательно, конечно, это нужно делать. Хорошо, молодцы. И теперь, друзья, пальчиковая гимнастика. И сегодня сделаем вот так. Делали кулачок. И пальчики приставили к кулачку. И поменяли. И раз, два, раз, два. Каждый в своем темпе делайте. Вот, начинаем мы медленно. И у кого получается, побыстрее. Раз, два. Теперь раз, два, три. Рисунок. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. А теперь раз, два. И меняем ладошку, ладошку. Раз, два, ладошка. То есть то же самое, только ладошку поворачиваем. Два, три, четыре. Раз, два, три. А теперь побыстрее. Раз, два. И смех добавляю. Теперь здесь ладошка, здесь кулак. Раз, меняем два, три. Убыстряем. Теперь
И наоборот, создаем новые нейронные связи. Как в школе ручку тянем. Раз, два, внизу кулачок. Смеемся над собой. Кто молодец? Я молодец. Кто отличница? Я Молодец. молодец. Я Я молодец. отличница. Все Я молодец. отличница. Я красавица. Я супергерой. Хорошо, молодцы. Теперь смотрите. Делаем вот так у нас ножки, а вот у нас рожки. И вот так соединяем. Смотрите, тут у нас 4 пальчика раскрыли, а здесь 2 пальчика. Раз. И теперь поменяли. Здесь 2 пальчика. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Ну вот домашнее задание порепетировать, потому что мы создаем новые нейронные связи, да? Так, скороговорку добавляем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Приготовились? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла, Делаем пальчик и зайчик, да? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Получается? получается. Зайчик, пальчик. Шла Саша по шоссе и сосала И сосала сушку. Молодцы. сушку. Представляете, как мы сейчас вообще наш мозг заставляем работать? У нас идет, ну, двойная нейронная гимнастика, потому что мы соединяем и речевой аппарат, и пальчики, и при этом мы еще должны выговаривать, да, потому что это скороговорка. И каждый, кто хочет быть хорошим спикером, ему очень важно прорабатывать артикуляцию. И приготовились, поэтому важно всегда повторять и скороговорки разные. И шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну что, хлопочек добавим? Шла Сушку. Саша по шоссе и сосала сушку. Сосала сушку. Шла Саша по шоссе И сосала сосала сушку. сушку. Ну-ка, получается? Ну, как-то получается. Побыстрее. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 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 Сосала сушку, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Молодцы, да. Давайте немножечко подкашливаемся. Особенно если у кого-то была какая-то простуда, вот у меня она была, да, вот желание. Но вообще с утра у нас накапливаются какие-то еще, знаете, слизь все равно за ночь. Поэтому от всего избавляемся, да. И в процессе тренировки делайте это хаотично, когда вас организм попросил. И приготовьте вдох, помним, животик мы набираем вдох. И... И как напоминать, да? Вот откашливание, приходящее в смех. Да? Потому что одни и те же действия. Еще раз вдох. Смех из кашля, длинный смех. Вдох. И на букву А смеемся. Ха-х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 а
подозреваем. Каждому в окошко. Знаю, почему ты сюда пришла. Давайте подозреваем. Ты хочешь тут жениха найти, да? Хочу, 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 хочу. Берем вот такой мячик, смайлик, да? Заряжаем его хорошо, хорошо, заряжаем смехом, энергией и друг другу кидаем и смеемся. На разные буквы. Пятерню, да, а у кого есть вот такая штучка, да, а кто-то вот так делает, и так хорошо, хорошо себе делаем радость, такой релакс, Хорошо, а сейчас будем привлекать денежки. Давайте разотрем ладошки, хорошо-хорошо разотрем. Прохлопаем, чтобы они прилипли хорошо, к нам побольше пришло. Давайте. Хо-хо-ха-ха-ха, хо-хо-ха-ха-ха, хо-хо-ха-ха. Хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день, да, у всех прилипли. И сейчас каждый, кто кидает сюда монетку, ну-ка давайте, можно бумажные, можно, представляем метафизически, вот такая копилочка. И каждый увидит миллионера. Да. Итак, кидаем, кидаем, откройте окошки. Да, все копилочки кидают, кидают. Да, хорошо, хорошо. Еще, миллиончики, миллиончики, да. Миллиончики. И теперь все смотрим, а в зеркале как тебя? Миллионер, да. Миллионеры, вы можете взять зеркало, на себя посмотреть или взять телефон, да, и увидеть свое отражение и сказать: я миллионер, да! Я миллионер, да! И помните, это из клуба миллионеров Максима Темченко, есть такое... У меня есть деньги, я как-то скидывала в чат, может быть, многие помнят, да? Так, у нас 10 минут осталось, мы успеем. Итак, смотрите, сейчас мы все вместе повторяем. У меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги. А теперь по очереди повторяем, повторение делаем на разные буквы. У меня есть деньги, у меня есть деньги. У меня есть деньги. Понятно? Да. Поехали. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Да, еще раз, первый слог. У меня. У меня есть деньги. Второе слово. У меня есть деньги. Третье слово. У меня есть деньги.
деньги. И поехали сначала. У меня есть деньги. 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 А теперь смотрите. А теперь я вам говорю каждому. У тебя есть деньги. А вы что говорите? А вы себе говорите. У меня есть деньги. И ударение также будем делать поочередно. Понятно? И я говорю, а вы потом все вместе повторяйте. И у тебя есть деньги. Говорите. У меня есть деньги. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. Есть деньги. У меня есть деньги. Получается? Получается. У тебя есть здоровье. Говорите, у меня есть здоровье. У тебя есть здоровье. У меня есть здоровье. У тебя есть здоровье. У меня есть здоровье. Ты успешный бизнесмен. Говори, я успешный бизнесмен. Да. Да, да, да. Успешный бизнесмен. Классно. И еще раз про деньги. У тебя. Так, ударение. У тебя есть деньги. Говори, у меня есть деньги. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. Деньги. У меня есть деньги. Да! Да! И подходим к дереву изобилия, на котором растут много-много денежек. Разные-разные валюты. Тянемся. Много-много денежек. Много-много денежек. У меня есть много денег. У меня есть деньги. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Молодцы. У меня много денег. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У тебя есть деньги. Про деньги. Будем это тоже чаще на наших тренировках делать. Вы представляете, как вот листопад сыпется, как-то ветерком его обдувает. И точно так же представляем, что денежки вокруг нас вот так витают, нас окутывают, да, визуализируем. Хорошо, молодцы. У нас сейчас уже скоро отключится. И, друзья, хотела узнать, как ваше состояние? Как ваше настроение? Классно. Очень-очень рада. Молодцы. Хорошее настроение. Я молодец. У нас прекрасное настроение. Спасибо за настроение. Спасибо за настроение. Благодарю, Лариса. Супер. Мы вас ждали целых две недели. Спасибо огромное за вашу мотивацию. Спасибо. Спасибо, все, возобновляем, да, возобновляем каждое утро в 9 утра, приходите, приглашайте, да, друзья, и всем вам классного-классного настроения. Андрюшенька, нам королей не хватает, приглашайте, пожалуйста, мужчин, да, Андрюша, всегда включай камеру, да, так, очень рада будем тебя видеть, да, вот у нас Сергей еще есть, и почему-то не включает, там, скромничает. Знаете, инь и янь, вот дополнение, так не хватает мужской энергии, да? Поэтому да. Приглашайте мальчиков всех возрастов, да. И будет всем счастье, и будет здорово. Хорошо, хорошо. Хорошо, дорогие друзья, я вам желаю вот такого отличного дня, и до завтра в 9 утра по Москве, в 12 по Астане. Благодарю, благодарю, благодарю. Величайшая Лариса, благодарю, супер. Спасибо.